Здравствуйте, друзья. Вот я тут вышел из автомобиля. У нас Юрий Берг, он как бы продает автомобили вот с этой площадки. И я как раз хотел вот узнать, какое это влияние есть того, что происходит, вот война в Украине и повышение цен на бензин. Как-то это влияет вот прямо мгновенно на людей, покупающих машины? Это связано, конечно, с повышением цен на бензин, и люди смотрят машины более экономичные. Приесы, Toyota Prius вообще невозможно купить, они за небесные цены. Она гибрид или что? Гибридная машина, так. Да. 2007 года я только что продал за 7500 118 тысяч пробег. Это очень небольшой дорого. Пробег, на самом деле. Ну, как бы она была очень красивая, ну да. Безумная цена. Безумная цена. То есть, поэтому, да. Но вот люди, они что, много ездят? Почему вот небольшой, ну, там на доллар вырос бензин, и вдруг, и что? Ну, вот после пандемии люди уже стали работать, как бы, уже потихонечку идут в офисы, им нужна машина, которая их, как бы, от пункта А в пункт Б довезет. Надежно довезет. Очень важно, да. И они ищут четырехцилиндровые машины и какие-то маленькие, чтобы экономить бензин. То есть, допустим, какие-то вот этот BMW шестицилиндровые, которые нужно заливать премиум газ, они как бы не очень сейчас. То есть уже прямо вот востребованы. То есть уже получается за 3 недели уже мы видим изменения. Очень большие изменения. Очень большие. А вот это вот прям как новенькая стоит. Это что такое? Вот я только что снял с нее чехол, просто помыл, и это самое. Сейчас у меня клиент на нее есть. Это 2014 года Ford Focus. Окей. И довольно симпатичный. Тут небольшая, там есть. Дэнс, ну как бы, ну щербинки. Вот очень важно. Flex Fuel, да. Это вы можете заправлять так называемый 85-й бензин. А это как? На некоторых заправках это меньше октановое число. Так. И он немножко дешевле. Такой, называется, полудизель. Ну полудизель, да. Ну и в принципе Ford Focus четырехцилиндровый, он не сказать, чтобы супер надежная машина, так скажем. Но это очень экономичная. А это мини. А мини жрет вообще или не очень? Мини тоже очень симпатичная. Это только 38 тысяч пробег на ней, на этой машине. 2012 года. А вот почем они? Вот мини почем? Ну, мини 2012 года я продаю за 9800. Так. Просто из-за того, что 38 тысяч пробег. Она практически не ездила. Так, а вот это? А это продаются за 5800. Это очень дешево. Угу. За Ford Focus такого класса. И это как бы не базовая модель со спойлером, с литыми дисками, там, с Fog Lights, я уже забыл, как это. Туман противотуманные. Противотуманные фары, да. Угу. То есть довольно симпатично. Ну, вот этот, ну, про Lexus я уже рассказывал, по-моему, он пока еще стоит. Тут большие мили. Но он тоже хайбрид. То есть люди, которые привыкли ездить на лакшери машине и хотят сэкономить бензин, 30 миль на галлон. Да. Это довольно. Я вам рассказывал, что я машину-то заказал, да? Да, я видел. Очень интересно. Да. Так они тоже 2 месяца ждать? Или там 3 месяца ждать? И да, что же делать? Надо будет подождать. И мне зрители говорят, так ты, может, электрическую возьмешь? Да, Ну, там цены растут, да. И я говорю, ну, при моей езде я вообще не почувствую. Ну, я заправляюсь раз в месяц. Ну, если вы любите ездить комфортно, как на Мерседесе, так какой смысл покупать еще одну электрическую? Не очень. Ты как-то уже есть одна. Да, знаешь, уже как есть одна. Так да, что, да. Да, так что тема бензина у нас тут очень так бы востребована, и цены повышаются на все хайбриды машины. Слушайте, гибридные. А вот такой вопрос. Угу. А вы чувствуете, вот я, например, у себя чувствую приток людей из России и Украины сейчас, вот как-то внезапно все те, у кого была виза, и они могли, но оттягивали и так далее, вдруг резко снялись, и вот за последние пару недель большой приток. Вы это чувствуете на себе? На себе не очень, но я знаю людей, которые адвокаты в Сан-Франциско. Да. Вы, наверное, знаете. Иммиграционные. Да, они очень busy сейчас, очень заняты. Да. И мне сказали вообще, что в Сакраменто приезжает чуть ли не 10 семей чуть ли не в 5 дней, то есть в неделю получается 10 семей только из вот, которые приезжают через Мексику. Ну да, но это уже давно, там уже с жильем трудно стало. Да, уже с жильем в Сакраменто трудно стало, и люди уже говорят, что не хватает там, купить машину невозможно, потому что нет дешевых машин.
Но они славились дешевыми машинами, ну, конечно. А как бы, я говорю, ну, этому адвокату говорю, я понимаю, что им... Это... Ну, я не могу отсюда продавать... Это Финкельсон или кто? Финкельсон, да. Гриша, да. Мой сын с его сыном очень дружит. Понял. Мы с ним снимали несколько сюжетов. Он очень симпатичный мужчина и помогает очень многим людям. Конечно, вся эта ситуация ужасная, и люди стали бежать с России тоже, не только с Украины. Я сегодня слушал в новостях, что где-то оценивается, что 100 тысяч человек съехали за эти три недели. Ну, у меня даже там троюродные братья в Москве, и да, они уже тоже собираются, то есть... Попакуют вещи. Там сейчас дело не в том, чтобы упаковаться, а в том, что непонятно, как сняться. То есть, как бы каналов не остается. Не остается совершенно, да. И люди страдают. Это очень все. Очень... Ладно, не будем заканчивать грустно. Да, не будем грустно. Будем вот просто на красивый автомобильчик посмотрим. Если кто-то приезжает к вам, да, и нужна моя помощь, вы обращайтесь, нет проблем. Не надо. Даже вы можете не покупать у меня машину. Да. Я вам помогу хотя бы понять, как это сделать здесь. Окей, хорошо. Это консультативно. Консультативно или какой-то Carfax. Не покупайте машину без Carfax. Это вот мой поинт. То есть нужно обязательно проверить историю машины, потому что очень много людей сейчас не очень надежно покупать машину с улицы, не проверив историю машины. Ну, так, да, так я хотел сказать. Ну хорошо, на этом, да, лайфхаке мы тогда и расстаемся. Да, счастливо. Всего доброго.